из Гарри Поттера, какой-то учитель по музыке или кто-то такой, низенький, похожий, наверное, на какого-то гномика, ну, просто низкий рост, но здесь особенность, что ножки у него никак не двигаются. Ну, какой-то странный здесь такой. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так, здесь у нас подиум, такой рупор, бабочка, сама фигурка, ну, вот нормально вроде, улыбается. Нормально, пойдет. Так, собираем корпус. Посмотрим, встанет ли он. На подиум встает. Ножки нормально у него встают. Так, руки полностью черные. Ну, это типа фрак, наверное, какой-то или что-то такое. Так. Хорошо, что руки разные, нету типа двойных. Так, собственно, вот здесь вот надеваем бабочку. Ну, тут, кстати, вырез такой вот, смокинг как раз для бабочки. Интересный такой аксессуар. Выпирает вот она. Чуть подвинт, наверное. Вот, все, села. Угу. Тут какой-то типа рупор. Палочку давайте мы поставим. Будто дирижер. Так, есть. На подиум поставили. И момент, значит, волосы. Прикольный такой пробор. Здесь, в принципе, больше принтов нету. Вот он просто ровно закрывает. И сразу преображается такой человечек. Выглядит неплохо, аккуратно. Ноги, правда, здесь какой-то, не знаю, странный. Может, какой-то заводской этот элемент.